новая система визуализации, которая позволяет улучшить качество наших всех вмешательств на сердце. Система позволяет записывать наши все движения, наши все подключения, наши все анестезиологические вмешательства и как идет перфузия. В результате, после окончания операции, мы можем проанализировать, кто как работал и кто какие совершал ошибки. Ошибки пусть и небольшие, но они все анализируются, и потом команда отрабатывает, чтобы минимальное количество ошибок было совершено во время операции. Ну и эта система позволит со временем, наверное, выйти на тот уровень, когда ошибок вообще не будет совершаться. На сегодняшний день, наверное, это первая система, которая сделана в нашей стране для сердечно-сосудистых хирургов, и мы можем показать перед нашими специалистами из других клиник. Вот, завершил полный цикл этой программы, то есть вывести на конференцию. Ибо в операционной очень важно иметь контакт с ведущими специалистами, а также со специалистами из других клиник. Вот. Эта система будет позволять иметь и такую связь. Все это во благо самого пациента, вот, потому что на сегодняшний день совершенствуются не только наши методики лечения, но и совершенствуются сами болезни. Когда ты работаешь с каждым годом, увидишь, что вроде бы стандартная болезнь, она по-другому протекает, но она имеет другие формы распространения в самом организме.